Приветствую вас, и основная проблема, по которой у вас происходит такая ситуация, заключается в том, что нет завершенности. Именно незавершенность взаимодействия с этой девушкой у вас и провоцирует ваше состояние. Пожалуй, отдельно стоит сказать, что есть два пути решения вашей проблемы. Первый путь решения внешний. Вы встречаетесь с этой девушкой как-то вот, в реальности, и тогда уже понимаете, что она обычная совершенно, что вы совершенно чужие люди, что она уже давно не такая, как вы ее помните, и по сути у вас с ней ничего нет общего. И тогда вы успокаиваетесь и можете жить дальше. И второй путь, он более легкий, именно с физической точки зрения, но более сложный для вас. Он заключается в осознании, в переосмыслении ситуации. Смотрите, вам нравилась девушка. Вы не говорили ей о том, что она вам нравится, и значит, она, ну как бы, пропала из поля вашего зрения. Потом вы случайно узнали, что она учится в университете, написали ей, сказали, что хотите встретиться, она тут же вас заблокировала. А что это значит? Это значит, что симпатии к вам у нее как минимум нет, что она настроена к вам как минимум негативно, идет от вас чего-то плохого и не хочет с вами взаимодействовать никак. В противном случае она бы вас не блокировала. И задайте себе вопрос, а зачем вам такая девушка, которая в ответ на вопрос сразу кидает в черный список. Она к вам не настроена позитивно. Она не хочет с вами общаться. Зачем? Почему вы к ней тянетесь? Почему вы цепляетесь за того человека, который вам ничего не хочет давать? Который, по сути, настроен к вам негативно. Почему? Что вы хотите получить? Что вам не хватает? Друзей? Воспоминаний? Или вы цепляетесь за ту прошлую жизнь? Если вы цепляете за ту прошлую жизнь, то нужно бы понять причины, по которым вы это делаете. Чтобы понять, что вы пытаетесь найти в этой девушке. Что вы не получаете сейчас в своей жизни. И постараться получить это другими путями. Так, чтобы не быть зависимым от людей, от их реакции. И вот тогда вы освободитесь. Какой путь выбирать вам, но я надеюсь, вы примете верное решение. Пока желаю вам удачи и всего доброго.